осенью кормишь? Чтобы они могли сейчас прокормиться и сделать большой рывок перед зимней порой. Ну тогда же их надо кормить зимою. Да, можно и зимой, но надо, но перед этим тем надо, чтобы они привыкли к этой кормушке. А мы знали то, что они будут прилетать сюда и есть. И мы тогда тоже будем сюда приходить. А ты знаешь, чем кормить птиц? Я знаю, можно их кормить вот зернышками, можно белым хлебом и семечками. Можно тоже покормить? Да. А ты знаешь, чем можно? А ты знаешь, чем можно кормить птиц? Да, не соленым салом, семечками. В общем, все то, что ты сказал. Черт. А ты можешь? А ты знаешь, что черный хлеб нельзя класть птицам? Потому что, так сказали биологи, которые изучают птиц. Да, можно ее выбросить? Ага, но только ты его не выбрасывай, а то на земле могут найти птицу и отравить. Ладно. Без помощи людей птицы зимой не выживут. Подкармливайте пернатых, пусть они привыкают к кормушкам.